На улице Ленинградской джип выехал на полосу встречного движения и врезался по очереди в три автомобиля. В больницу с места аварии были доставлены две женщины – пассажирка Toyota Prius и водитель Mazda Demio. Водитель Nissan Patrol, который двигался по Ленинградской со стороны Карла Маркса, свою вину признал. Я свою ответственность не снимаю, как бы я раз, два, три, трем машинам возмещу свою, как бы, возмещение. Человек я не бедный, но тем не менее, как бы, признаю свою вину. Мужчина выехал на полосу встречного движения, пытаясь избежать столкновения с попутным транспортом. Я слышал вот, по разговору с инспекторами, он сказал, то, что он в телефоне как бы заигрался, так скажем, или смс-ку набирал. Ну и в итоге так произошло, что он меня в последний момент увидел и резко на встречную полосу столкновения ушел. Да. Да, и он как раз вот за мной ехал. Внимание с дороги на телефон водитель Nissan переключил из-за неприятностей в семейной жизни. Поругавшись с любимой женщиной, он на ходу набирал для нее сообщение в телефоне, чтобы письменно закончить выяснение отношений. Мне кажется, он вообще выпивший, от него перегаром пахнет. И он сказал в свои комментарии, что он поссорился с семьей, ехал в телефоне и засмотрелся. В 23 километрах от Хабаровска на трассе, ведущей в Комсомольск-на-Амуре, в результате столкновения двух автомобилей в больницу доставлены все участники аварии. Первой партии неотложка госпитализировала обоих водителей. Второй машиной в стационар уехал единственный пассажир из Nissan Тиида. Перед отправкой в больницу мужчина рассказал, что Тиида ехала со стороны Сергеевки по второстепенной дороге. Toyota Corolla ехала по Комсомольской трассе в сторону Хабаровска. Водитель Nissan не заметил Toyota и поэтому не предоставил автомобилисту преимущество при пересечении перекрестка. На нем оба автомобиля оказались практически одновременно. Тиида врезалась в бок Короллы и отбросила ее на полосу встречного движения. Продолжая таранить Toyota, Nissan припечатал ее к сугробу на обочине. Только после этого автомобили остановились.